Так, друзья, всем привет. Мне некоторое время назад поступил комментарий. Покажите, как завести трактор с кабины. Трактор с пускачом у нас. Пускачом оборудован. Наверное, последние выпуски. Трактор у нас 1990 года. И на нем стоит пусковой двигатель. Установлен стартер, маленький стартер на пускаче. Поступил комментарий, как завести пусковой двигатель из кабины. У нас здесь все это стоит. Заводское оборудование, как это все есть. Сейчас я вам все это детально покажу, как это все работает. Пусковой двигатель, стартер. Вот это переходная плита, как говорится, улитка. Здесь у нас, я уже показывал, вырезана такая дырка такая. Ну, дырка, вот срез, чтобы можно было дергать тросиком, ну, налыгачем, веревочкой. Шестерни вот это. Так, что же нужно сделать, чтобы завести? Во-первых, налить, проверить уровень бензина, чтобы был бензин, топливная смесь. Открыть кран. Кран стоит вот здесь. И вот здесь карбюратор подсосать. Подсосать. Так, следующий этап какой? Открываем кабину. Проверяем скорость, нейтральное положение. Ставим. У кого стоит, работает блокиратор на коробке перемены передач, то есть функция его такая, чтобы завести технику, трактор в нейтральном положении, ну, чтобы не было вот этого какого-то чрезвычайного положения с трактористом, ну, ставить живых трактористов, так сказать, чтобы трактор не поехал. Так, вот это нейтральное положение, даем газ ручной, вот он газ у нас ручной здесь стоит, педаль газа сразу же ушла сюда. Включаем муфту Бендикса. Вот сюда до конца включается. Когда будем заводить, будем рычаг переводить в крайнее положение по ходу трактора. И когда пускач заведется, тогда нужно будет завести трактор, перевести муфту Бендикса в крайнее левое положение туда. Двигатель заведется, нужно будет заглушить пускач. У кого-то пускач глушится... Кнопка стоит на магните, у кого-то есть просто выведена кнопка, которая соединяет контакты магниты на массу двигателя, и двигатель глохнет. У нас здесь оборудование, все это по заводскому. Вот здесь такая панель у приборов, есть управление, здесь это включать холодная заслонка, воздушная заслонка пускача, заслонка двигателя трактора воздушной смеси. И вот она, эта кнопка. Если ее нажать, когда трактор будет заведен, так вот перевести положение, то пускач заглохнет. Так что вот так это все будем делать. Так, это все так. Сейчас пробуем крутнуть. Все нормально. Подсасываем бензин в карбюраторе, топливная смесь. Топливная смесь в карбюраторе. Заводка сама по себе там. Время нескольких минут. Так, показываем. Снимем косилку, но я снимать это не буду. Ну что снимать, одно и то же каждый раз. Ты снимаешь, одеваешь. Я думаю, интересно ничего нет для вас такого. И поедем. Ну, снимаем косилку, короче.